Сегодня у нас 23 число марта. Очень тепло. Градусов 15. И солнца нет. Облачно. Это мы на Кирилловской улице. Я не мог проехать, конечно, мимо. Просто не мог. Хотя... Все в этом месте безобразно. Ничего эстетически не услаждает глаз, но здесь есть кое-что. Вот, это афиши выставки мод. Мод. Что за мод? Обормот. Обрывалка. Выставки обрывалка. Так. Насладимся работами. Как бы назвать? Которые поместили на обложку выставки. Вот это я сразу не понял, что. Собственно, вот эта вот работа меня остановила. Я подумал сначала, это какие-то камушки. Но как глубоко я был неправ. Думаю, ну просто какие-то камушки, собранные в композицию. Это беременная дама, утонувшая в ванне. Боже. Какая драма. Она утонула. Заснула, что ли? А это микроцефалы с хвостом. Смотрит куда-то в небо. Вот это вот более-менее понятно. Про микроцефалов тоже темно. Ну, наверное, это мы микроцефалы. Смотрим в небо. Такое ерничество. Бог с ними. Микроцефалы так микроцефалы. Если художник такого мнения о нас, это его право. А вот это более-менее понятно. Мысль. Вот этой афиши. Идите на выставку и берите с собой деток, чтобы они с юных лет понимали, что хвост и утонувшая пузо – это искусство. А всякие там Рембрандты и Рубенсы – каменный век. Вот это да, это стиль, это прогресс, это мысль. Хвост есть, пузо есть, все нормально. Главное, что утонуло. Деточку уже никогда не обманешь после этого. Не подсунешь ей что-то. Какую-то фальшь. Какую-то неподлинность. Она уже теперь знает, что такое искусство. Смотри на картину, скажет: а где хвост? Хвоста нет. Идите к черту. Так и скажет, без обиняков. Идите к черту. Все это фейк. Подделки. Кстати говоря, девиз этой выставки – don't take fake. Не ведись на фейки. Она здесь на Подоле, но я уже не поеду ее смотреть. Ну и к черту. Афишами полюбуемся. Пузом. Вот что я хорошо понял из курса клинической психиатрии, который я однажды прочитал, такой старый классический курс, что психоз тотален.
Если вы думаете, что какой-то человеческий психоз изолирован в небольшой сфере, за пределами которой он не распространяется, за пределы которой он не распространяется, то вы глубоко ошибаетесь. Ну, грубо говоря, не любит человек кошек, ну, как Полиграф Петрович, не любит. Душить бы. А во всем остальном он чудный. Прекрасный человек. Отличный друг. Добрый сослуживец. Нет, братцы. Психоз проникнет во все сферы его душевной жизни. Это я к чему? Если публика думает, что это так, только в искусстве у нас хвосты и утонувшее пузо, а во всем остальном мы вполне здравы и рациональны, то эта публика, ой, как глубоко заблуждается. И во всем такое. Не только в искусстве. В культуре вообще, в политике, везде. Вот это пузо и хвост. И всюду высовывается. Но главное, деточку ведите, чтобы у нее, когда она вырастет, не было мучительных раздумий, что за мир такой вокруг меня. Она сразу, чтобы узнавала, где хвост, где пузо и все. Вот, и успокаивалась. Все на месте. Мир понимаем и объясним. Все с ним в порядке. Зайти, что ли, во Флоровский монастырь? Или не зайти? У меня кодовый замок. Стал плохо работать, плохо закрываться, открываться. Надо смазать, смазки с собой нет. Дождь попал несколько раз у меня. Рискнуть зайти на секунду. Боюсь, что сейчас прикую вилы, не открою. Ну ладно, рискнем. Поглядим на их райский сад и поедем дальше. Планов у нас никаких, может, к Голосееву направиться, посмотрим. Стрижена, убрана. Ой, боже. Крокусы там есть, зацвели. Цветочек. Забыл, как называется. Полевка, что ли? Все у них в идеальном состоянии. Все это напоминает буддийскую мандалу. Каждой весной мир как бы строится заново, возникает заново. В каком-то смысле, да, возникает заново.
уточним, что это цветочек. Так, вот это маленькое чудо называется пролеска двулистная. Пролеска двулистная. Чудесное название. Сцилла бифолия. Ну, бифолия, двулистная. Вот. Байфолия. Бифолия. Семейство спаржевые. Ранее этот род включили в семейство лилейные. В общем, с генеалогией у нее не просто. В этой пролеске. Прадедушка ее был то ли граф, то ли колхозник. Непонятно. Одно из двух. А может быть и оба. Так. Значит, описание ареал и значение. Естественный ареал пролески двулистной. Южная и центральная Европа. И Малая Азия. Ну что ж, что значит native plant? Наша тут коренная. В 1993 году пролеска двулистная получила премию. А вот of Garden Merit. Ты же премию получил. Какая маленькая, уже премию такую мировую. Черт, зависть берет. Награда садоводческих заслуг. Выведены декоративные сорта пролески с розовыми и белыми цветками. Ага, ну вот за вот это вот достижение создания декоративной пролески, видимо, и дали ей премию. Так ты декоративная у нас или нет? Сейчас мы тебя посмотрим с близкого расстояния, на тебя пролеска. Орденской ленты на тебе не видно, конечно. Скажи, тебя тут приподнять, что ли, посмотреть удобнее. О, вот такая пролесочка чудная. Листика. Сколько у нее тут листика? Два листика. Все честно. Два листика. Она, я ее не повредил. Этого, правда, не себя, она и так лежала. На бок завалилась. Конечно. А, она в тени выросла. Я понял. Сейчас мы ее тут поправим. Сделаем так, чтобы она не клонилась на бок. Все. Поставили ее на стойме. Пойдите. Хорошее местечко. Приятное, чистенькое. Монашки здесь строгие. Мне даже нравится. Принципиальные, значит. Настоящие. Не какие-нибудь лицемерки. Настоящие монашки. У меня тут одна схема иеромонашка так придушила однажды. Вот думаю, огонь. Прямо огонь. Привет, кот. Велосипед его интересовал. Кот велосипедист. Явно наклонности свои выдал. Выдал, обнаружил. Поедем. Я шел и думал про мандалу. Понимаешь? И про весну. Вот у цивилизации время линейное, устремлено в бесконечность. У цивилизации вот в этой фазе нынешней в бесконечность устремлено. А время ведь на самом деле круговое. Больше похоже на то, что оно круговое. И этот символический ритуал
создания мандалы наделен общим смыслом. Они выкладывают этот красивый тщательный узор, потом все смешивают и начинают все заново. Так, наверное, в природе должно быть. В один прекрасный момент все должно превратиться в хаос. И из хаоса возникать заново. Сегодня сильная дымка и облачность. Мост метро, не пешеходный, который ближе к нам, а тот, который дальше, кажется, нарисован серо-голубыми красками. Солнце какое! Можете смотреть, не боясь обжечь глаз. Я почти никогда не спускался по этой лестнице, но сотни раз подымался. Поедем по набережной в Москву метро. Убрать все павильоны, реконструкция большая идет, чтобы не мешали. Решил поближе к воде спуститься. Здесь закрыт пароход под мостом. Ну понятное дело, что закрыт. Чудный островок Камыша. Все, вода превратилась в питательный бульон, в котором закипела, зашевелилась, забурлила жизнь всяких там существ. Больших и маленьких. Вон трясогузка. Какой чудесный платан. Сушилась его старая кора. Почти. Сколько у него семенных коробочек, шариков этих ежиков висит на ветвях. Вот красиво. Видно все. Вот она коробочка. Коробочка. Шарик, ежик. Платанов. Напоминает одуванчик. Вот, наверное, это что? Семечко такое, да? Вот это одно семечко. Вот оно. Семечко
маленькое ядрышко с древовидной веточкой. И веточка эта опушена. Какая пыльца золотистая. Сейчас мы запустим платановские семена по воздуху. Неплохо летают. Неплохо. Браво. Сколько здесь? Часть они уже растоптались, часть рассохлись. Да, хороший крепкий ветер может их с земли поднять, понести куда-то, а шарик даже и покатить. Это церковь моего святого, в честь моего святого покровителя. Святого Владимира. Красивая. Я ее обнаружил в 2014 году. До сих пор помню. Обстоятельства. Красивый проект архитектурный. Таблички ничего не видно. Поедем.